Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Мы сегодня с вами поболтаем. И сегодня я подниму важную тему, потому что мне приятно, что очень хороший отклик получают видео, которые связаны, в общем-то, с нашим развитием, с пониманием нашей жизни, ну и, конечно же, к движению, к своему успеху. Итак, сегодня хочу поговорить с вами о такой крутой штуке, которая называется убеждение. Вы, конечно, миллион раз знали, слышали, но по факту убеждения наши жизненные – это, ну, наверное, знаете, такие как опоры для моста. В зависимости от того, какие мы с вами убеждения в своей жизни используем, в общем-то, такой результат мы и получаем. Такой мост наш жизненный и строится. Если наши убеждения строятся на том, что вы... жизнь изобильна, что вы все можете получить, что у вас нету никаких преград для достижения своих целей, что у вас всегда все получается, что несмотря ни на что вы всегда из всех ситуаций выходите победителем, что денег много, их вам точно хватит, ну и так далее, и так далее. Если эти убеждения становятся вашей, ну такой, знаете, основой жизни, то, собственно, у вас никогда не будет каких-то очень жестких проседок. И даже если они будут возникать в меру того, что вы там о чем-то иногда, знаете ли, забываете, там что-то происходит, не так сбивается, но в целом вы все равно будете достигать успеха. Это прекрасный показатель, в общем-то, богатейших людей мира, которые, как вы знаете, переживают всегда очень серьезные за свою жизнь катаклизмы, потому что любой кризис финансовый, любое какое-то изменение и колебание в их бизнесе, ну, это достаточно серьезные каждый раз решения, это серьезные стрессы, это постоянное сокращение, увольнение, найм, какой-то реконструкции и так далее, и так далее. Нужно постоянно держать руку на пульсе, и, конечно же, бывают как взлеты, так и падения, и это 100%. Я думаю, что там и потери денег, и риски, конечно, значительно выше, чем у любого среднестатистического человека. Но, заметьте, эти люди открывают бизнесы, закрывают бизнесы, по-разному все происходит, но так или иначе, мы немного примеров знаем, действительно, вот, успешных людей, которые бы там сдавались. Я даже скажу вам больше, я и в среднем предпринимательстве тоже наблюдаю большое количество людей, включая себя, когда происходят разные периоды жизни, ты много чего меняешь, переосмысливаешь, какие-то бизнес-модели устаревают, где-то твои интересы отходят на какой-то уже другой план, и тебе просто перестает быть это интересным. Но в целом, сейчас проеду опасную зону, но в целом, в принципе, это не меняет главного. Убеждения таковы, что ты не можешь быть неуспешным, ты не можешь не выплыть, ты не можешь... Ну, не то, что нету вариантов. Это не из трагической истории о том, что нету вариантов. Это из того, что ты для себя других вариантов и не видишь. Потому что ты победитель по жизни. Ты по жизни знаешь, что успех будет за тобой. Ты точно знаешь, что у тебя обязательно будет это ты сможешь покупать, это ты сможешь делать и это ты сможешь дать. И даже в тот момент, когда у тебя, может быть, сегодня как-то совсем не то, ты прекрасно понимаешь, что это временное явление, и ищешь быстро, отчаянно. Отчаянно это не значит, что ты с ужасом, а отчаянно это, знаете, со страстью, с рвением. Ты ищешь выходы, тебя это даже возбуждает где-то, такое приятное, дикое возбуждение от того, что ты сейчас найдешь, и ты вновь всплываешь. Вот такая вот история. И это есть момент убеждений. Но есть огромное количество людей, которые имеют убеждения совершенно другого рода. Начиная с того, что жизнь это сложно, что много денег не заработать, что мы зависим от государства, от экономики, от кризиса. И вроде бы это все, да, имеет значение, но в то же время люди настолько сильно начинают перекладывать ответственность, а это именно перекладывание ответственности, это когда у нас есть такие убеждения. Ну, мне сказали, что так нельзя, или мне сказали, что на мне обет безбрачия, или мне сказали, вот вспомните, когда люди живут в маленьких каких-то селах, городах, для них вообще очень важно, что сказала вот бабка из-за соседнего забора. Это уже имеет огромное значение, что там мамка, бабка, Сережка через три дома и так далее. И вот это момент ваших убеждений, который говорит вам о том, что ничего нельзя, что ваша жизнь – это ваше село, что ваш забор – это вот все ваши возможности, что ваш огород – вы больше не можете, вы тут родились, вот если бы вы родились в другом месте. И это убеждение. И это, конечно же, очень отчаянно,
реально проявляется и во время того, когда мы начинаем серьезно работать над собой. Вот так, как я сейчас работаю с ментальными, со всеми установками на рерайтере жизни, то, что мы делаем. С чем сталкиваюсь? Когда, например, на рерайтере жизни, а у нас там главная история, это изначально написать свою новую жизнь, представить свою новую жизнь из контекста того, что мне можно все. И вот знаете, какая первый затык какой? Люди не могут представить. Люди продолжают апеллировать в контексте того, что я могу себе позволить, или чуть-чуть больше. Человек не может представить, что у него может быть пентхаус в Нью-Йорке. Может. Или то, что он может зарабатывать там $100,000 в месяц, а может быть и больше. Просто не может. Даже не может себе представить, что он может, например, 10 зарабатывать, если сегодня он зарабатывает 500. Хотя, казалось бы, тебе говорят, не ограничивай себя. Первый момент, как это? Откуда это? Безусловно, всплывают очень много старых программ, когда мне раньше было нечего носить, а сейчас как-то стыдно думать о большой гардеробной. Вот, например, одна из наших глав, она посвящена гардеробной. Мне стыдно думать об этом. То есть у человека начинаются какие-то ограничители внутренние, что так нельзя. А ты хочешь? Оказывается, да. Когда человек начинает себя копать, оказывается, я хочу, но мне страшно себе разрешить. И это все формат убеждений. Все формат внутренних убеждений, которые в нас складывали с самого-самого раннего рождения, затем в школе, что ты должен, чего ты не должен, почему ты хороший или почему ты плохой. Если ты сделал так, значит, это хорошо, а если так, это плохо. Это ведь убеждение, это ведь ваше внутреннее убеждение, что так хорошо, а что так плохо. И оно сформировано некими действиями. И вот я вам могу сказать самую ключевую штуку, что для того, чтобы жизнь изменилась, нужно менять убеждения. Почему? Ну, давайте возвращаться к азбуке, о которой я вам рассказывала уже, о которой вы можете почитать очень предметно у Джона Кеха. Пожалуйста, welcome. Наша мысль имеет некую определенную вибрацию. И эта вибрация, в зависимости от того, что это за мысль и как много мы о ней думаем, она притягивает в нашу жизнь определенные обстоятельства и ситуации, которые позволяют нам или не позволяют иметь то, чего мы хотим. И вот наши убеждения – это такие, знаете, проросшие глубоко в нас. Вот представьте себе вот такой огородик, и вот там проросло это очень глубоко, с корнями такой дуб. Это ваши убеждения. И вот когда у вас убеждение, что вы в этой жизни рождены, чтобы побеждать, вот представьте, что это корень огромного дерева, он везде, вы не можете себе представить, что это можно вырубить. А для чего я еще рожден? У человека нету других мыслей, нет, он не понимает, что можно как-то по-другому, можно там что-то там типа, ну, сдаваться в контексте, говорит, я не буду делать, у меня не получилось. У человека нету такого вообще. Но если есть другое убеждение, если есть убеждение того, что вы слабый человек, что от вас ничего не зависит, что вы в этой жизни ведомый, что вам что скажут, то и делают. Вот такого рода убеждения, они точно такие же. Вот представьте себе, что вот это убеждение в вас проросло. И что происходит? Это ваша вибрация. Вы представляете, когда у вас вот таких убеждений набор, какая вибрация вокруг вас? Как можно пробиться вибрации успеха? Как можно пробиться это как вот какому-то красивому цветочку? Знаете, он не может пробиться, потому что у вас там все в корнях. И когда многие, ну не многие, к счастью, но есть часть людей, которые пишут, перестаньте слушать эту сказочницу. Ну это же не только про меня пишут, это пишут про тех, кто, ну не то что изобретает, те, кто конструирует эти техники, потому что я их не конструирую. Я человек-энергия. Вот вы должны понимать мою главную штуку. Я человек-энергия, который с помощью энергии включает людей и делится тем, что работает. Потому что помимо того, что я человек-энергия, я еще человек-пылесос. Я ищу, я такой, знаете, ищунец. Вот впитываю, всасываю в себя крутое и с помощью своей энергии доношу до вас. Я не изобретатель. Нет. Я не изобретатель. Единственное, пока что я классно изобрела, это рерайтер жизни. Но это изобретение для того, чтобы заставить вас захотеть, потому что я человек-энергия, я человек-мотиватор. Это моя ключевая такая вот, жизненная, не знаю, талант, позиция, миссия, как хотите. Так вот, у вас, когда вот эти вот убеждения, вы проращены тем, что это сказки, так не бывает,
нужно тяжело работать, так быть не может, вас злит, что кто-то, вы смотрите, она это говорит, и она хочет еще за это деньги получать, и вы еще больше прорастаете негативом, как же так, я так тяжело работаю, я знаю, что в жизни все тяжело, я знаю, что так не достается, но, друзья, с такой позиции не достанется. Много никогда не достанется. Вы всю жизнь будете вырывать. Я много лет тоже это делала. Вырывала. И когда уставала, начинала мечтать, и все шло легко. И начинала визуализировать, и начинала работать, и включала практики. И когда, знаете, это похоже на народную медицину в некотором смысле, где есть это, ты идешь туда тогда, когда лекарства тебе не помогают, когда ты все сделал, настроил, все вроде бы по логике, все как нужно, а сил нету, они приходят, и в какой-то момент ты расслабляешься и просто хочешь, и просто просишь, и просто думаешь об этом, и просто мечтаешь об этом. Да, ты проделываешь умственную практику, конечно, но ты это получаешь. И вы можете мечтать, и вы можете представлять, но вы должны понимать, что сила разума – это инструмент, а инструментом нужно овладеть. Это как в Инстаграме. Можно написать один пост и случайно попасть, и случайно получить свои лайки или подписчики. Но если вы хотите системно, то вы должны этим овладеть. Так вот, сила разума – это то, чем мы можем овладеть. И возвращаюсь к убеждениям. Убеждения – это наши глубочайшие сорняки. Это сорняки, которые не дают показаться нашим классным цветочкам, нашим классным каким-то моментом, которым мы хотим, чтобы была украшена наша жизнь. Ну, представьте себе, что у вас есть большая красивая клумба, и она вся в сорняках, в таких жестких, с колючками, которые не дают цветочку даже пробиться. Это сложно. Вы мечтаете о цветочке, но вы смотрите на сорняк, и вы понимаете, ваш сорняк его тут же колет. Вы даже не можете семена подойти и посеять. Поэтому первая ваша задача – это подумать о своих убеждениях и задать себе вопрос. А мне нравится вот моя жизнь сегодня, потому что мою сегодняшнюю жизнь сформировали мои сегодняшние убеждения, потому что наши мысли, их же много, да, мы постоянно думаем, процесс мыслительный у нас происходит постоянно, я не знаю, сколько там мы в секунду думаем мыслей, но у нас все время происходят мысли. Как я вам уже говорила, хорошая новость в том, что мы можем одни мысли убирать, но другие вставлять. Но для этого нам нужно начать с убеждений. Потому что если наше глобальное убеждение... А что такое глобальное убеждение? Это совокупность мыслей. Это вот когда, знаете, мыслей много, они делятся потом на какие-то клеточки. Вот эти мысли, которые ни во что не верят. Эти мысли, которые наоборот говорят, что это хорошо. Эти мысли... То есть они у нас объединяются. И таким образом происходит такое глубочайшее убеждение. Ну, например, вы говорите там... Денег много не заработать, много зарплаты сейчас не платят, в государстве плохая ситуация с деньгами. То есть все ваши деньги сформировались в убеждение в одно – денег сейчас не будет. Стерто. Вот. И это ваше убеждение. И поэтому рассказ о том, что вы можете там что-то сделать, рассказ о том, что вы можете изменить свою мысль, у вас сорняк огромный, и тут один цветочек, вы можете, ваш сорняк говорит, хлопец. Не можете. Все. Вы себе объяснили и доказали. И убеждение – это такая штука, когда вы все время находите подтверждение тому, что вы правы во всем. Вот это правда. Вы сейчас можете сказать, Оль, ну, может, у тебя тоже такое убеждение? Может быть, у тебя убеждение, что это работает? Я могу сказать, и ты поэтому находишь правду во всем. Я вам скажу, да, вы правы. Разница, знаете, в чем? Разница в результате. Что дает вам ваше убеждение и что дает мне мое? Мое убеждение дает мне возможность быть счастливой, делать счастливыми других людей, зарабатывать деньги, хорошо жить, наслаждаться, радоваться. Я просыпаюсь с прекрасным настроением, у меня много сил, у меня много энергии, я смотрю на мир совершенно иначе. Вот что дает мне мое убеждение. А что дает вам ваше? Делает ли ваше вас счастливее? Когда я смотрю, что в комментарии кто-то схлестывается со мной в диалоге, я вам очень благодарна. Я вас комментирую по двум причинам. Первое, хороших комментирую, потому что я вам благодарна, я вас люблю и хочу поддержать. Плохих комментирую, потому что это весело и потому что это
повышает активность моего YouTube. Вот, я вам честно, правду скажу. Вот, что вы, а то мне говорят, почему ты в это вхлёстываешься? Потому что весело, фан. Фан, я понимаю, что раздувается шкандаль. Вот, мне иногда это нравится. Так вот, но сильно я в это не включаюсь, ни в коем случае. Не хочу в негативе жить. Так вот, смотрите, друзья, хорошая вещь. Что приносит вам ваша установка? Когда со мной кто-то, вот, забываю, о чем хочу сказать, сори. Когда со мной кто-то схлёстывается, и человек пишет, да у меня успешный бизнес, да у меня еще круче, чем все у вас. Ох, это здорово. Но я вам могу сказать, что когда вы меняетесь, у вас меняется модель поведения. У вас становится там, ну, например, когда у вас много бизнеса, много дел, то честно вам скажу, мне стыдно, я не всегда на все свои комментарии могу вам ответить, потому что просто не хватает времени. Иногда видео не успеваю выпустить. Очень много задач, очень много действий, очень много желаний всего успеть. И точно нет желания сидеть и валяться с кем-то под его видео, в его комментариях, доказывая ему, что я с ним не согласна. Приучитесь к тому, что если вы не согласны, проходите мимо. У меня была такая в жизни одна ситуация, очень стыдная для меня, когда я пришла, меня пригласили на одно мероприятие, моя знакомая, я не знала, что там будет, ожидала одно, а там оказался чувак, который начал там какой-то тренинг свой продавать. И я с ним жестко схлестнулась, потому что у меня была другая позиция, и я его за 15 минут, мне кажется, так прилично на него наехала, растоптала его в своих глазах и ушла оттуда. Вы знаете, мне до сих пор стыдно за эту ситуацию, потому что я же понимаю, что прикол был не в чуваке, а во мне. Почему я так реагировала? Помните о том, что любая ваша реакция – это ваша реакция. Это ваша реакция. Это вопрос не на то, что человек что-то сказал, это вы отреагировали. Задавайте себе вопрос, почему я так реагирую, почему даже если я не согласен, я не прохожу мимо, а я начинаю в это вхлёстываться, если я такой успешный человек. Ну, может быть, не столько успеха. Поэтому еще раз возвращаясь к убеждениям. Подумайте о том, приносит ли вам пользу ваши убеждения. Формируют ли они у вас ту жизнь, которую вы хотите? Если формируют, это замечательно. Неважно, какая это жизнь, очень важно, чтобы она нравилась вам. Но если вы понимаете, что эти убеждения приносят вам несчастье, что вы не живете так, как вы хотите, что вас не удовлетворяет это и близко, то спросите себя, а может быть, все-таки мне стоит услышать, может быть, мне все-таки стоит попробовать нечто другое, может быть, мне все-таки стоит порерайтить что-либо в своей жизни. Это очень-очень-очень важный пункт. Потому что вот сегодня я, почему очень много у меня тем на эту, ну, тем, да, вот по этому вопросу, во-первых, потому что я уже говорила, я полностью вовлеклась в тему и живу, и практикую, и меняюсь, и вижу это. Во-вторых, конечно, у меня постоянные непрекращающиеся потоки идут рерайтера жизни, они запускаются сейчас каждый месяц 1 числа. И я вижу людей, мы плотно общаемся в чатах, и я вижу, какие проблемы есть, и сами это люди понимают. Вот это убеждение, внутренние эти страхи, они клочками. Что делать? Что делать? Первое всегда, давайте начинать сначала, первое нужно выявить и понять, что эта проблема существует. То есть вы должны это определить для себя как проблему. То есть вы должны понять, что оказывается у меня действительно, словить себя на этом. Когда вы что-то говорите, словите себя на этом, что блин, да, это есть. Я обсуждаю других людей, я ищу у них всегда негатив, я постоянно недоволен, мне страшно, мне кажется, что это так не бывает, все друг друга разводят, сейчас не заработать денег. Вы должны себя начать на этом ловить. Это первое. Второе, у вас должно появиться желание, если вы хотите это изменить, должно появиться желание с этим что-то сделать. Вы должны понять, что, блин, а мой-то внутренний сад моих мыслей, он засажен черти чем. Вы должны, у вас должно появиться это явное желание. Когда у вас появится желание, вы начнете притягивать возможности. Я не буду говорить о том, что идите все ко мне в рерайтер жизни, или там идите куда-нибудь. Вот то, что вам притянется, то, что вам откликнется, это очень важно, чтобы вам откликнулось. Начинайте это в себе копать. Вы должны понимать, что 3-4 месяца интенсивной работы могут в корне изменить вашу жизнь полностью, если вы такое убеждение себе в голову положите, полностью. При регулярной работе. Вы можете идти к этому не спеша, год, два, три, потихоньку, потому что самостоятельно идти в хорошем темпе с регулярностью сложно, даже сложно идти, когда тебя
заставляют, когда тебя мотивируют. Не мотивируя, вы будете, знаете, как просыпаться и засыпать. Это некий сон, но это уже будет путь. Это уже будет начало вашего пути. У каждого свой темп, у каждого свои сроки, у каждого свой, вообще все свое. Здесь нельзя в какие-то стандарты вгонять. Но я вас очень прошу, подумайте об этом. Я безумно, люди, благодарна вам за то, что меня смотрят такие классные люди, клянусь вам. Я очень боялась эти темы поднимать длительное время, потому что мне казалось, что у меня вообще перестанут все смотреть и будут смотреть 3 человека. Что нужно уходить только в хайп, потому что другое на YouTube не любят. Вот либо в жесткую политику, либо в жесткий срач, знаете, во что-то такое. Я не хочу этого делать. И сейчас понимаю это более четко. Я не хочу уходить в хайп. Я не хочу превращаться в кого-то. Я хочу оставаться собой, и сегодня мне это очень близко, и сегодня я очень счастлива, правда. И я очень рада, что вы все у меня есть, и я искренне надеюсь, что я смогу вас подтолкнуть. Я смогу, возможно, вам помочь. Может быть, я смогу это сделать вместе с вами, если вы решитесь прийти ко мне. Неважно. Я очень хочу каким-то образом отразиться на вашей жизни, и чтобы вы осознали, что все зависит исключительно от вас. У вас есть абсолютно все, чтобы иметь любую жизнь, которую вы захотите. Просто помните об этом. Я вам благодарна. Спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши подписки, спасибо за ваши репосты. Я тоже их вижу много в Инстаграм. Мне очень приятно. У вас все обязательно будет круто. И с каждым днем лучше и лучше. Всем пока.